О, теперь понятно. Ну вы чё тут, ёпта, как влюбленная парочка-то, блядь? Ну что за ебанатство, блядь, а? Хе-хе-хе, здорово, народ, привет всем добрым... Хе-хе-хе, здорово, народ, привет всем добрым игроманам, с вами я, Виталий Вит, вы находитесь на канале Русский Сим Рейсинг, и мы продолжаем проходить карьеру, а именно ралли кроссить. Погнали. Так, в прошлый раз мы победили, ну вы сами все видели, сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Так, ну практику мы включаем. А сразу будем на квали, наверное, узнавать трассу. Вот, что у нас тут параметры? Ну давайте повысим сложность, но это только для ралли-кросса. Сделаем на соточку. Сразу такая музыка. Как бы мне не пожалеть. Значит, у нас уровень мастерства на сотку и агрессивность тоже на ботовской на сотку. Чё-то я очкую. Слайк, чё-то я очкую. Погнали. Сохранить. И что у нас тут? Ну, тут то же самое, да? Неимоверное большое количество квал. Полуфинал и финал. Попёрли. США. А, Dirtfish. Что-то знакомое. По четвертому Dirt'у, что ли? Ну, вообще, Dirtfish-то я по нему смотрел много роликов на YouTube. Такая школа, она интересная вообще. Кстати, вот наш брат-блогер, только американский. Большинство ребят вообще туда ходили и катались на реальных, вообще реальных авто. Ну, блин. Как говорится, у людей все у людей, а у нас в России, как всегда. Так, ну я уже чувствую, дождик пошел. Я уже что-то подочковываю, что я выбрал сотку сложность. Погнали. Я не пойму, я что, по Джокеру, что ли, поехал? Трассу надо учить. Ну что за нахер, а? Ну скользко же должно, блин. Поскользать это, поскользить бочком. Я так понял, короткий-то у нас был Джокер, наверное, да? Да, дельту что-то мы никак не можем собрать.
Тогда все правильно. Короткий это у нас Джокер. А я хотел по нему ехать. Не, нихера мы тут не соберем. Там надо пошире входить. Ну давай, Анюточка. Это что там? За выкрутаса под конец. Смотрим, что-то не... А, нормально. О, даже мы поставили 100% сложность по игре. И как бы это... Нормально. Мы погнали дальше. Время тратить не будем. Так, Виталий Вит продолжит. Блин, значит, это короткий, это Джокер. А я думал, сейчас бы фигачил по нему продолжить. Так, квалификации 2, поперли. Проспали старт. Ребята, вы или едете, или спите. Джокер. Попробуем на третий здесь. Можно. Здесь тоже можно, но... В принципе, даже по времени неплохо мы так. Да, тут только первое. Третье. Прием. Надо вторую, конечно, тут. Ну, Анюта. Веселый здесь ралли-кросс. Соперники каждую секунду с тобой борются. Где они? Хер знает. Thank you.
Какие-то бамперы там валяются. Все у нас там нормально, без штрафов, 46. Ну что-то в дождь они вообще тупые ребята. Так, продолжаем. Блин, конечно, я думал, тут как-то будет это веселее, напряжнее, вот, но что-то как-то это... Однотонно, вам не кажется, братва? На кольце это веселее. На кольцевых гонках я имею в виду. Не, он, конечно, может и есть такой ралли-кросс. Я как бы повторюсь, я по нему не болею. И в дёрт-ралли не болел. Не спать, ребят, не спать. Так, сейчас едем за ботом. Куда он едет? Ну, давайте его сейчас там нагоним, что ли. Чтобы он нам мозг не выкручивал. Погнали на Джокер сейчас. Давай, 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 Анюточка. Первая. Тормаживаемся. Вторая лучше тут. Первая. Так, а что-то я подочковал, думал, тут сейчас я поставлю сложность общую на 100, и как бы мне тут сейчас боты жарить будут. Непонятно что-то. Давай, родная. Блин. Ну так прикольненько, знаете, как прикольненько так трассы получить, вот эти вот заносики. Вот. Ну, по динамике, вот такой динамике, как вам сказать, азарта, такого соревновательности, что-то я пока, так, полусплю. Что у нас тут продолжить? Еще вот эти квалификации, чек столько много-то, 4, поперли. Я, конечно, не спорю, может, он такой и есть, этот, на самом деле, ралли-кросс.
Ну, видите, вот он просто спит. Чем со мной не борется-то? Погнали на Джокер сразу, а то забудем. Повторюсь, как и в прошлой серии, по управе вообще красота. Даже, наверное, позволю себе сказать, что похоже на Dirt Rally, что ли. Ну, во всяком случае, не хуже. Даже есть свои прикольчики. Ну, тут прикольчик, естественно, какой. Это шикарная графа. Хотя, в принципе, понятно, что онлайн тут, конечно, будет по ралли-кроссу веселый. Просто если брать в свете прошлой карьеры, там ее немыслимо было вообще пройти. Где-то как бы из-за... ненаработанного скилла в первой части, где-то из-за багов игры, когда боты там на этой, на совсем не дождевой резине по дождю там улетают, что по рельсам. Тут это все однотонно, вот, конечно, вот это долго все это. Я сейчас вот вспомнил этот второй дёрт. Блин, ну там нет, конечно, вот этих вот джокеров. Блин, ну там настолько прикольнее вот этот вот. Ну там еще сама атмосфера, конечно, играет во втором дёрте веселее. А она и в третьем тоже там ралли-кросс есть, да. Но они там, повторюсь, они там без джокеров. Ну как-то там повеселее вот это все такое бешенство-то идет. Поперли полуфинальчик. Ребят что-то спят. Валим. На Джокер. Тормаживаемся.
Так, надо дворнички включить. Так, ну теперь надо круг делать. Что-то мы там в жопе по кругам, не пойму ни хера. Good job-то. А чё мы по временам там сливаем им? Что-то я уже даже расстроился, не пойму, что за херь. Что-то машина как-то херово себя ведет. Ни хера что-то не пойму. Вот оно, наверное, и сказалось. Стопроцентная сложность игры. Что-то никак пока круг не могу собрать. Давай, 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 Анюта. Хер-то там. Нихера не могу понять. Давай, давай, давай. Ну вы чё тут, ёпта, как влюблённая парочка-то, блядь? Пипец вообще. Так, я так понимаю, мы там что-то накосорезили, мы что-то в жопе почему-то по времени получается. Охереть. Ну сейчас, может быть, у нас общая херня будет нам сыграть на руку или нет. Или тогда нам потеть придется, пипец, попёрли. Так, а нет, мы первые. Ну, мы по очкам первые, получается. Да, по времени мы им, зараза, сливали, ёкарный бабай. Фу, таблица чемпионата. Попёрли, значит, сыграла нам стопроцентная сложность-то.
Небольшой дождик у нас присутствует. Так, мы вообще какие? Мы шестые, блин. Видите, слили мы все-таки по времени. Ну ничего, будем отвоевывать. По времени. Ничего, будем отвоевывать. Мы едем или да? Я не понял, мне показалось или у меня акваплан был? И причем такой сильный акваплан-то? Так, погнали на Джокер. Вау-вау-вау-вау-вау! Что-то какой-то жесткий акваплан идет вообще. Акваплонирование я имею в виду вообще. Или я что-то там не одел, что ли, покрышки, не понимаю. Что вообще с управой? Это какой-то вялый перед. Ни хрена не пойму. А, ну типа, наверное, дождина же льет. Вот сейчас там нас прям засасывает к этому. Во-во-во-во-во, прям несет к этому, к борту. Ну да, в принципе, что я хочу там. Буря. Небо мглой укроет. Так, ну нам еще кружочек продержаться бы. Ботов вообще не видать. Фу, дождина. Прям как магнитом тянет вот к этому борту. Давай, давай, Анюта.
Вообще странно, конечно. Раллийные покрышки, они там похеру, им дождь. Давай, Анюта. Я сейчас охренею, если мы по времени сейчас проиграем. Я ни хрена этих правил вообще не знаю. Я никогда не болел этим ралли-кроссом. Вообще ни в дёрт-ралли, нигде. Ну, вроде мы первые, гляньте. Ну, все нормально. Блин, ну тяжкий был этап, вообще тяжкий. Короче, на сотке они веселые ребята. Посмотрим повтор. Дожди, ну конечно, фигачит, не детский. А я сначала не понял, руля вообще ничего не слушается. Ни перед, ни зад. А колпонирование, вон, гляньте, как лужи разгребаются. Только сейчас видно это все на повторе, что действительно там заливает всю Европу. Точнее, Америку. Дертфиши, это же в Америку. О-о-о, теперь понятно. Кстати, да, смотрите, какие повторы опять великолепные. Вообще красотища. О, а я и не пойму, что меня там бузует во все стороны, калашматит. Да, тяжко, конечно, с ботами-то. Точнее, ну боты у нас само собой на 100 агрессивность, я имею в виду, на игровой сложности, на сотку уже, конечно, по времени я им сливал. Фу, короче, второй финальчик мы тоже осилили. Так, тут что-то лучший круг. А, ну лучший круг, конечно, это не про нас. Продолжить. Так, кто у нас тут на подиуме? Ну, вроде должен был я. Сейчас посмотрим. Ну да, Виталий Вит. Так, сколько у нас? На 8 очков, да, мы? Ну, нормально, в принципе. Ладно, продолжаем. О, супер. Итак, всем спасибо за внимание, друзья. С вами был я, Виталий Вит. Ну а следующую гоночку мы увидим в следующей серии. Пока-пока.